Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить операцию Flashpoint. Компания и следующая миссия у нас под названием Тревога. Потратив целый день на забивание палаточных колышков, вы наконец-то можете провести спокойный вечер в Мортоне. Тем временем в Лемуль направляется лейтенант с инспекцией. Это где мы были, соответственно, в прошлой миссии. Да, в Мортоне делать-то особо нечего. Думаю, мне только и придется, что слоняться по окрестностям, да трепаться с ребятами. Амуниция все та же, М16, 4 магазина и гранат. Выбрать ничего нельзя. Отряд 6 человек. Парни, заслуженный отдых, я возвращаюсь в Лемуль, ты за старшего. Офицер какой-то. Чё, ну, короче, слоняемся, отдыхаем, да? По сути, пока там ничего. Нутром чую, не доведется нам отдохнуть сегодня вечером. Ого! Здесь можно М60 взять. Так, по мне вся заруха закончилась, не знаю, кто-то был. Пари. Почему бы и нет, что ставишь? Если сегодня вечером у нас будут стрелять, с тебя часы. Если не будут, я отдам тебе вот это. Согласись, здесь слишком тихо. Я бы не сказал, что тут прям база-база, но... Ну, что-то хотя бы здесь есть. Наша вертушка-то. Вроде не наш. Господи, что-то на меня вылупился. Кто-нибудь слышит меня? Я нахожусь под полным огнем сектора DC-64. Требуется срочная помощь. Повторяю, нахожусь под огнем. Сектор... Арх. Приступаем. Всем бойцам не видно собраться в центре поселка. Бэха приехала наша. Откуда там? С-113. Залезаем. Так, а здесь бойниц нету, да? Хер вам, они бойницы. Взорвут нас эту коробчонку. Оба, пацаны, едем. Ладно, отсюда понаблюдаем. Всем быть начеку, я пока не слышу ни одного выстрела. Лейтенант разорвался так, будто его уже подстрелили. Да нет, опять шутят. Ты же знаешь, вот наверняка очередная учебка. Это не тренировка боец. Командир попал в серьезный переплет. Это только надеяться, мы доберемся до него вовремя. Так, сохраненочка была. О, там что-то уже горит. Я смотрю. Джип, наверное, чей-то. Кажется, это джип лейтенанта. Бог ты мой, ну и жуть. Выходим. Так, все. Смотрим по сторонам. Опа, Марика. Кого-то видел здесь. Готов. Опа, капец, нашему тоже. Кому там пальба идет?
Так, а 113 это наш... А, вон она. Там тоже кто-то был, оказывается. Ой, все капец, да? Транспорт сектор, как слышите, прием. Человек на 7 часов. Короче, ждите подкрепления. Поняли все. Готов. Так, пойдем по лесу, да? Вот того, кого я завалил. Какой-то разведос. 74-й. Опа. Выстрелы. Не совсем понятно, конечно же, что тут вообще происходит. А, вот лимульта. Солнце там пробивается через ветки. Не ясно, что делать. Чё они вот бегают вокруг да около? А джип-лейтенант куда пропал? Странно. Куда пропал джип-лейтенанта? Этот отъехал. Что это за 003, блин? Туда, что ли, направление? Так. Следовать за первым. Вижу. А, это наш, наверное. Странно очень как-то, блин. Зачем мне цель указали наших солдат? Какую-то херню несут, дичайшую просто, я не понимаю.
Все в кузов грузовика. Окей, давай поехали в кузов грузовика сядем. Водилу там завалили, походу. Да, водила готов. Так, а этого как... А, ок, понятно. План миссии обновлен. Объединитесь с отрядом подкрепления и выдвигайтесь к Лемулю. Мы объединились уже? Че за тупка-то? Понял. Вы разбили противника, но спасти лейтенанта было невозможно. Теперь вы снова в Лемуле и ждете следующего задания. Ну, уничтожить для одного бойца. Ну, что поделать? Такая вот судьба у лейтенанта. Следующее задание у нас будет под названием «Монтиньяк должен пасть». Но это уже в следующем видосе. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы и стримы. А пока я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. We'll be right back.